следующие журналы, которые мы ищем, это Tumblr's Today. Их всего 5, у меня 2, которые я уже нашел. Просто случайно играя в игру. Он, этот журнал помогает легче открывать замки. Следующая копия находится вот здесь вот. Fenn Street Sewer. Рядом совсем с Diamond City. В чем удобство этого места? Ну вот идем сюда в колодец. Оно хоть и достаточно длинное, продолжительное, изобилует множеством поворотов, но не оставляет варианта. Здесь нельзя уйти в ненужном направлении. Все ответвления очень короткие. Видно, что это ведет в тупик. То есть путь у нас один. Тут, в принципе, не нужно никаких инструкций. Иди себе, да иди. Единственное, куда возможно. Вот и все. Вот мы и идем. Здесь небольшое ответвление, но это тупик, сразу видно. Здесь не подняться. Подняться можно только вот справа. Что тоже без вариантов. Сюда-сюда. Это спрыгнуть назад. Тоже, естественно, не нужно этого делать. Единственный вариант сюда идти дальше. И вот мы выходим в это место. А нужный нам журнал лежит вот здесь. Nice.